Никитинов Батор Учаевич, исполняющий обязанности заведующего кафедрой всеобщей истории факультета гуманитарных и социальных наук РУДН, докторант Дипломатической академии МИД России, специалист ИСАА МГУ, заместитель председателя объединения традиционных буддийских общин, родился 29 марта 1966 года, окончил в 1990 году Калмыцкий государственный университет, затем аспирантуру Института стран Азии и Африки при МГУ. Защитил кандидатскую диссертацию «Основные этапы распространения и особенности буддизма у айратов 13-17 веков» в ИСА в 1996 году. Научный руководитель, доктор исторических наук, профессор, академик РАН. В 92-93 годах проходил научную стажировку в библиотеке тибетских работ и архивов города Дхармасала, Индия, в рамках международной программы «Лидеры в области окружающей среды и развития». Обучался в Коста-Рике, Университет Коста-Рики, Сан-Хаче, 1995 год. Япония, Университет Окинавы, Наха, 1996 год. Зимбабве, 1997 год. Казахстане, Национальный Евразийский университет Астана, 2008 год. Великобритания, Университет Вестминстера, Лондон, 2009 года. Читал лекции и проводил семинары в Университете Калгари, Альберта, Канада, 2002 год. Университете Махидол, Бангкок, Таиланд, 2010 год. Научные интересы, история буддизма и религии Востока, взаимодействие цивилизации, политическая прогностика. Сотрудник Центра индологических и буддологических исследований ИСА при МГУ. Изучает проблемы истории религий, развития глобальных и локальных систем и обществ, национальной безопасности с точки зрения культурно-исторической и политической ретроспективы и перспективы. В настоящее время исполняющий обязанности заведующего кафедрой всеобщей истории факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов. Докторант Дипломатической академии Министерства иностранных дел России, специалист Института Азии и Африки Московского государственного университета имени Ломоносова, член экспертного совета по проведению религиоведческой экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, эксперт комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель председателя объединения традиционных буддийских общин, город Москва, автор трех монографий, в том числе в США, и более 60 статей и публикаций, в том числе Индии и КНР, соавтор учебников для студентов, вузов и школьников. У академика Бартольда я нашел одну строчку буквально. Мне написано, что слово «калмык» появляется вначале как будто бы не как этнографическое, а географическое определение слова. Меня это заинтересовало, и я стал искать. Я прочел те источники, на которые он сослался. Я прочел работы специалистов, близких к этой теме. И я понял, что действительно это слово географическое. То есть это был в начале топоним. Айраты были переселены в эпоху Чингисхана, его ближайших преемников, на территорию Калмака. Это Сенисея. Они были переселены на территорию будущей Джунгарни. Там жили калмаки до айратов. Их земля Калмак, кто живет в Калмаке. Вот. Они были известны мусульманам, как не мусульмане. Это были, видимо, тюрки, было смешанное тюрко-монгольское население. Но важно было для мусульман то, что это калмаки, не мусульмане. И часто, и более того, даже это враги мусульман и ислама. И когда айраты прибыли, их тоже стали называть калмаками. Ну, понятно. Тоже не мусульмане. Ну, кто бы там ни был, если они живут в Калмаке, значит, они калмаки. Вот. Видимо, такая ситуация была еще и при Тагоне, вот, который возродил слово айрат, поскольку, вот, по-моему, Габан Шараба, кажется, есть, или не Батур Бачку Буши Тюмени, может быть, что, мол, да, у Тюмени, кажется, что именно Тагон Улан-Зала установил, да, было на самом деле строго наоборот. Это открыто было Санчиром, кстати сказать. В источнике, да, это об этом писал Лыткин. И ошибку нашел Санчира в его переводе. Это не айраты стали зваться Улан-Зала, а это Улан-Зала стали зваться айратами. Вот, это было при Тагоне. Один исламский источник, тюркский источник, показывает, что Улан-Зала были еще в середине 14 века, 1340-50 годы. Это были именно это, калмыки, да? Это речь идет именно про место, где жили калмак, где были калмаки, где жили калмаки, да. Тогда же, кстати сказать, вот Узбек-хан впервые проявляет себя,
И это слово калмак звучит именно как этноним. Те, кто пошел с узбеком, стали называть себя узбеками. Те, кто не пошел с ним, их стали называть калмаками, да. Но это была, конечно, не та территория калмака, о которой только что я говорил. Это о чем говорит? О том, что, значит, это слово уже раньше имело значение именно как не мусульманина. Да, как не мусульманина. Конечно, это было, если в эпоху Чингисхана уже айраты переселили на землю калмаков. Более того, в Минском источнике так и написано. Это просто поразительно. Видать, айраты и эти калмаки были настолько близки, что в Минши записано, жители калмака и айраты подобны в одежде, в пище, в образе жизни. Но чтобы это записать, это должно, значит, было потрясение какое-то быть. И видать, для минских свидетелей это было просто поразительно, что вот здесь айраты, есть калмаки, и по сути это один и тот же народ. Хотя разные. Поэтому, видимо, айраты... Ну, может быть, да. И, видимо, поэтому было решено принято решение носить красные кисти, чтобы отличаться от местных калмаков. После этого я подумал, а почему мне найти тогда карту? Может быть, есть карта, где эта земля так и названа, и знать я ее нашел. Я потратил 8 месяцев на карты. Я читал, что я только не перечитал. Я прочел географов, Роборовского, Семенова Тяньшанского, Нушкетова, Козлова. Немного раз ради только одной строчки, две строчки, чтобы 500-600 страничные книги пришлось перечитать. Но я нашел информацию подтверждающую. А потом я нашел карту. Карта 1676 года. Здесь вы видите, и мы все видим, показано место Калмак. Место Калмак. Именно как, как топоним. Ну там указано, ну конечно, это карта европейцев, да. Потому что калмаки, как тартары, вот они, калмыки-тартары, видите? То есть народ, вот он, этноним, это этноним идет, калмак-тартары. А калмак это топоним. И локализуется хорошо. Тут показан город Камул, это Хами, и показан город Турфан, вот он. То есть это все юг Тяньшань и юг Могулистан, да, восточный Туркестан. Соответственно, калмак это северная часть, вероятно, часть Ганьсу, часть Западной Монголии, может быть, включая Алтай, может быть. Это была географическая область. Да, 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 да. То есть это место многовековое, и много века имело понятие как место пребывания народов, которые не следуют исламу. А потом, когда возникли три ханства у нас, тогда стали называть, все три ханства себя стали именовать четырьмя айратами. И отсюда они возродили слово «элет», то есть «айрат», да? И он возродился именно не в плане этнографическом, а в плане религиозном. То есть Алёт это всегда был буддист. Итак, мы имеем два связанных с нами этнонима. Первый калмак как не мусульманин, и второй Алёт или Эрет или Айрат как буддист. Мы имеем право гордиться и тем, и другим. Понимаете? Это наша история, это наше прошлое.